Привет, друзья! Сегодня продолжаю эксклюзивные дегустации крафтовых сортов пива из Бельгии. И представлю вашему вниманию сорт пива Schive Triple от пивоварни Der Schive из деревни Олмен, расположенной в провинции Антверпен. Пивоварня Der Schive была основана в 2012 году. Тем не менее, планы на воплощение мечты зародились гораздо ранее. После 10 лет пивоварения и 2-летней практики на пивоваренном заводе в Генте, Фрэнк и Инге Манайерс решили заявить о своем хобби большему кругу почитателей пива и, кроме того, объединить его с дегустационным залом. Специально для этого они построили кафе и пивоварню в Олмене. Открытие заведения состоялось в 2013 году, а пивоварня увидела свет в начале 2014 года. Кстати, пивоварня задумана как хобби. У Инги и Фрэнка есть постоянная работа, которую они сочетают с пивоварением и розливом пива в свободное время. Поэтому их дегустационный зал работает только по воскресеньям. Половина производства идет на краны, другая половина разливается в бутылки. «Мой пивоваренный завод – это хобби с ручным управлением», – говорит Фрэнк. И он хочет сохранить его таким. Фрэнк решил, что не будет придерживаться обычных рецептов, а будет экспериментировать с ароматами и ингредиентами. Только лишь сорт Schive Triple решили оставить с неизменным рецептом. И именно он сегодня будет на дегустации. Фрэнк – большой шутник и креативщик. К примеру, он придумал такую фишку – входной проем в дегустационный зал он спроектировал ниже обычного человеческого роста и теперь может с уверенностью констатировать, что это единственный бар, где вы сами хотите нагнуться, не спрашивая. А над входом висит табличка с надписью «If you are not good, take your shoes off». «Если вы не бог, снимите обувь». Он придумал металлические и текстильные этикетки для некоторых сортов своего пива. А еще он создал уникальный наклоненный бокал и даже двойную его версию для одновременного заказа разных сортов или дегустации в паре. У вас всегда складывается впечатление, что ваш бокал упадет. «Возможно, вы пьете пиво быстрее обычного», – говорит Фрэнк. Пивоварня получила свое название в честь банды, которая в 16 веке совершила в районе Балина более 138 грабежей без единой капли кровопролития. Задолго до Робин Гуда они уже занимались благотворительностью и делили доходы от своих грабежей среди бедных. Таким образом, они были очень популярны среди местного населения. В банде было четверо, и имя каждого из них нашло свое место в названии сортов пива пивоварни. В переводе с нидерландского «Der Schive» означает «косой». На бирдекелях даже написано: «Лучше косым родиться, чем косым становиться». Говорят, что главарь банды был косой, как козел, которого мы тоже можем лицезреть рядом с лучником на эмблеме пивоварни. В общем, тут без намеков на тему алкогольного окосения, которое, как говорят, понятно каждому бельгийцу, не обошлось. Сорт пива Schive Triple позиционируют как World's First Hangover Beer – первое похмельное пиво в мире. Это эль, пиво верхового брожения, произведенное по технологии повторной ферментации в бутылке. Что же, попробуем. Содержание алкоголя в нем 7%, немного не дотянул до минимальных 7,5% по BJCP. Начальная плотность сусла не указана. Срок реализации написано, по крайней мере, до конца 2020 года. На фронтальной этикетке нарисован тот самый лучник. Рядом с ним козел. Название сорта Schive Triple. Вот такая веселенькая этикеточка. Бутылочка 0,33, темного стекла. Что немаловажно, пробочка у нас тоже брендированная, на ней изображение
эмблемы пивоварни. Прошу заметить, пивоварня практически домашняя. Вот тот самый бокал, наклоненный. Очень интересный ход. Такого я точно нигде не видел. Цвет у нас светло-оранжевый, ну по описанию стиля он должен быть глубоко желтый, туманный, невысокая пенная шапка белого цвета, однородной структуры, мелкого и среднего размера пузырей, карбонизация средней активности. Туманное оно, непрозрачное. Посмотрите, как это выглядит в бокале. И будем пробовать. Ну, аромат у него солодовый, пряный, с тонами кориандра, апельсина и гвоздики. Здесь цветочные хмелевые намеки, некие торфяные нюансы. Интересно вообще, когда бокал наклоняется к тебе навстречу. Вкус довольно мягкий и солодовый, с тонами апельсиновой цедры, легкими эфирами тропических фруктов, некие сырные ассоциации, рядом классическая бельгийская дрожжевая кислинка. Здесь баланс специй, фруктов и алкоголя неплохо поддерживается мягкой, чистой солодовой основой. Хмелевая горечь средней консистенции, она такая смягченная дрожжевыми фенолами. Алкоголь спрятан, но здесь скрытая угроза. Тело довольно легкое, питкое, послевкусие умеренно горькое и постепенно уходящее в сухость. Здесь все в стиле. Резюмирую. Неплохой легкий трипель, но на похмелье самое то. Данный сорт, как и предыдущие, представлен на мою дегустацию бельгийским проектом Belg Beer Tour, информацию о котором вы можете найти на их сайте, ссылочку на который я там внизу. Каждый желающий может принять участие в пивном туре по Бельгии, который для вас с радостью организует компания Belg Beer Tour. Сорта пива пивоварни De Tchive вполне могли бы оказаться на полках магазинов и вашей страны. Они только развивают дистрибьюторскую сеть, поэтому контакты тоже будут в описании. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, будет интересно. Пока-пока, друзья!